Так, ну что, подъехал я. Не я подъехал. Я беру тут полчаса брейк и подъехал сюда вот такой Кенворд. На нем уже 1 050 000 пробегу. Как вы видели, Cummins ISX стоит. Рефера тянет. Вот мужичок. Как я уже говорил, видео я сильно много не снимаю в данный момент, но я выехал сейчас сам в дорогу, но ездю тимом. И такие грузы попадают, что время у меня вообще нету снимать, останавливаться. Потому что там FedEx или еще что-нибудь тягаем. И когда загрузился, надо валить и валить с этим грузом. Вот. Ну, почему я ездю тимом? Буду садить на свой другой трак этого человека, водителя. Ну, пока мы съездим вместе. Вот. Ну, вот такой вот красавец. 900-й Кеша. Да, машина просто обалденная. Козырек у него стоит как на роллинг. Питербилды себе ставят. Ну что, красавец машина. Сейчас мы его заснимем еще, как он будет отсюда уезжать. Yes, sir. What's the mileage on this truck? 1 040 000 Ну вот он, красавец, подъехал, заправил трак, рифер потом заправил. Вот. Ну все, время у нас, можно ехать дальше. Так что вот мы возьмем и поедем. Здесь я припарковался. Рядом стоит еще один 900-й Кеша. Вот. Это новый. Похоже, это глайдер кит. Да. А, прикольно. Да, стоит котяра. Да, глайдер кит. Ручка уже, это с нового трака стоит, видите, вот как передняя дверь. Utility у него, нержавейка спереди и сзаду. Вот такая вот.
Коля. Здравствуйте. Вот там летит, видал? Ага, ветер дует. Да? Прям стрёмно. Это от ветра, что ли? Ну да, ветер дует, его заносит. Выехали мы с дядей Колей. Этот трип катаемся. Прикольные самолеты. Рядом, ну, аэропорт. Куча самолетов приземляется. И все вот такое. Вот еще один летит. Сейчас мы его заснимем.